Отдаю тебе должное, дьявола. Своим неординарным методом ты раскрыл дело, озадачивший всех. Ты поймал похитителя, освободил его жертву и спас ей жизнь, вовремя введя дозу инсулина. Это адово классная работа. Дьявольски сложное было дело, но у этого черта лысого не было шансов. В камеру. Диабло, я не понял, как тебе удалось распутать дело по обрывку зубной нити? Ну сколько можно повторять, детектив, дури? У меня хорошие связи в преисподней. Это шоу ты помог Мэтту... Ты помог Мэтту запустить это шоу? Я только познакомил его с гендиректором канала и понятия не имел, зачем он задает столько вопросов. Но буду честен, это шокирует. Так как он притворил мои рассказы в жизнь, достоверность и точность, жутковато даже. Теперь ясно, как он метеором взлетел в этом бизнесе. Человек огромного таланта, спасибо. Славно. О, нет, спасибо. Нет. Городской совет поручил мне вручить тебе награду. Да. Благодарю вас, друзья мои. Я должен разделить эту награду со своей напарницей. Где она, детектив Дансер? Прости, Диабло. Я там раскручивала подозреваемого. О, признательный за твою работу? За нашу. Если кто ее и заслужил, то женщина, бросившая пилон стриптизерши ради жетона детектива 3 года назад. А, нет. Могли бы и протереть ее, она явно чем-то заляпана. Не волнуйся, Диабло. Я всегда готова отполировать любой твой прибор. И снято. Перерыв, ребята. То есть... Вот так ты меня описывал ему? Ну, Мэтт, конечно, не знал всего. Тут есть немного творческой отсебятины. Новая сцена?